Что такое первый этап? Мы подали заявление в ЦИК, и после этого мы можем провести собрание. Это собрание сторонников. То есть это не какие-то конкретные выборы, это собрание сторонников, которые согласны, что я могу являться самовыдвиженцем. Невозможно стать самовыдвиженцем без того, чтобы в вас поверило 500 человек. Моя задача 17 декабря собрать 500 подписей от людей, которые согласны с моим мнением, что я, в принципе, могу стать хотя бы участником этой гонки. Поэтому сейчас мы готовимся к первому этапу. Это еще никакие не выборы. Это еще подача заявки. Это серия документов, да, которую мы должны последовательно передать органам, прежде чем меня вообще начнут рассматривать как кандидата.